Виктор Степанович Черномырдин сказал когда-то великую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это лучшая характеристика нашей системы управления. Потому что президент ставит цели, и, в общем, очень правильные цели, потом их дорабатывает правительство в виде неких планов, потом они распадаются на цели министерств, потом они спускаются в соответствующие ведомства и в регионы, и пока это доходит до исполнения, то зачастую, боюсь, что и сам президент не узнает то, как они исполняются, вот, и это не имеет ничего общего с теми задачами, которые он сформулировал. Вот это проблема. И что с ней делать? Реформировать систему управления, чтобы между сказанным и исполненным не было никакого гэпа, чтобы то, как поставлена была задача, строго в соответствии с этой постановкой задачи работал весь государственный аппарат, от федерального правительства до муниципалитета.